Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она. Дочь Алсу по сравнению с родительницей. Дочь певицы Алсу Микела Абрамова призналась, что ее часто сравнивают с мамой. Многие считают, что у них очень похожие голоса, особенно когда они поют субтоном. Для нее такое сравнение приятно. Она привыкла с детских лет слушать мамины песни. Есть среди них самые любимые. Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она. Сейчас у меня свой стиль, но то, что нас с мамой сравнивают, мне очень нравится. Мы ведь мама и дочка, конечно, наши голоса чем-то похожи. Как добавила Микела Абрамова, за последние несколько лет ее голос сильно изменился. Он стал более сильным. Девочка много занимается вокалом. Сейчас она с легкостью берет ноты, которые ей раньше и не снились.